Итак, автомобиль Hyundai Staria. Возникла вот такая ошибка, что все четыре колеса спущенные. Но давление в колесах ровное, у всех одинаковое. Я так понял, это из-за холода. Вот, давление накачали, до сих пор ошибка не исчезает. Вот такой кнопочки нету, которая сет, там сброс ошибок. Пробовал вот эту вот кнопку удерживать, окей, все равно не сбрасывается. Так, теперь сейчас попробую опустить давление до, ну, ниже двух, снова закачать и попробовать так несколько раз. Вот, потом покажу вам, что получилось. Вот так же все горит до сих пор. А давление в шинах нормальное. То есть ничего не спущено. Вот как бы шина вот так выглядит. Все одинаковые. Вот здесь тоже все нормально с давлением. В общем, как решу проблему, я вам покажу. Так, достал вот такой вот штатный этот компрессор корейский. Давление показывает почти 3 бара, 2,9. Накачали как на картинке, на шильдике. Вот, ошибка так и не уходит. Сейчас попробую спустить. Вот, ошибка так и не уходит. Давление 2,9, как указано на вот этой вот наклейке. Сейчас будем пробовать другие способы. В общем, ребят, смотрите, что я сделал. Я достал штатный компрессор от Hyundai Staria. Вот так он выглядит. Это корейская сборка. Так, нигде в интернете нету про Старию, и накачал до 3 бар. Вот, штатным компрессором. Вот она, Стария. И смотрите, произошло чудо. И на левом колесе исчезла ошибка. Теперь проделаем все то же самое с четырьмя колесами. Сейчас вот это левое заднее накачаем. И остальные потом вам еще покажу. Итак, ребята, накачал я все четыре колеса вот заводским компрессором. Накачал до 3 бар и спустил до 2,7. Теперь вот так вот показывают. Везде без ошибок 2,7 бар. Пользуйтесь, пожалуйста. Вот Hyundai Staria. Все четыре колеса одинаково накачаны.